Сфинкс. Так называется порода этой удивительной кошки. Она и представители еще 10 пород разместились в помещении бывшего Дома культуры. Многие из них добились международного признания за границей. Тут и в Египте выставляют, и как бы проводятся в Израиле выставки. Тоже люди ездят с кошками, выставляют, чтобы получить всемирного мирового чемпиона. По словам Марины Путилиной, такие путешествия недешево обходятся хозяевам чемпионов. Не окупают всех расходов и продажи котят. Персидского или британского котенка на нынешней выставке можно было приобрести за $200-300 США. Те, кто не может себе этого позволить, пришли просто посмотреть на диковинных братьев меньших и сравнить со своими питомцами. Подобрали на улице бедного замученного котенка, вырастили. И не отличишь от этих клубных, хороших, таких ухоженных, породистых котят. Лёш, ты любишь кисок? Да. Почему? Что они тебе нравятся? Потому что они добрые. Эта выставка в нашем городе уже второй раз. Ее цель – популяризация породистых кошек. Но участвовать в ней могут и беспородные. Своих кошек на выставке показали и солнечногорцы. Он весит 7,5 килограмм, ему только 2 года. Это еще только малыш. Породу я, честно, не знаю, но мне говорят, что это сибирская и длинношерстная. А это Степа. Судьи определили его как представителя кельтской породы кошек. Степа здесь не первый раз и уже привык к постоянному вниманию. Люди подходят, спрашивают, сколько ему лет, вот, как его зовут, порода какая. Конечно, тут все рассказываешь, тут сидишь почти весь день. Для солнечногорских участников выставки проводился конкурс «Лучшая кошка города». С помощью билетиков посетители отдавали свои голоса в пользу понравившегося красавца. Победителей ожидали призы. Кошечки.